Экспо-2017 пройдет успешно. Об этом в Париже, заслушав доклад казахстанской делегации о ходе подготовки к проведению мероприятия, заявил генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Ласерталес. 10 декабря, за полгода до начала Экспо-2017, начнется онлайн-продажа билетов. А 1 декабря откроется единый центр обслуживания участников и гостей. Ожидается, что более 3000 мероприятий Экспо посетят 5 миллионов человек. Подробнее об этом расскажет Жанат Эрнст. Казахстанская делегация представила полный отчет о подготовке к проведению международной выставки «Экспо-2017» на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок. 106 стран уже подтвердили свое участие в ней. 103 из них определили комиссаров своих национальных павильонов. Все работы по подготовке к проведению выставки выполняются по графику. У Международного бюро выставок нам нет никаких вопросов. Мы хотим, чтобы страны-участницы побыстрее начали внутреннее оформление своих павильонов. Первые 5 стран-участниц – Франция, Германия, Венгрия, Турция и Китай – уже получили павильоны для дальнейшего оформления. Все возможности для того, чтобы приехать на полгода раньше и начать эти работы, уже есть. Такого не было, к примеру, в Милане, где проходила предыдущая выставка, и некоторые павильоны достраивались уже после начала работы Экспо. У нас строительство павильонов для международных участников полностью завершено. Для них построены 1374 квартиры. 72 страны уже определили даты проведения национальных дней своих стран на выставке. Сотрудничество между Международным бюро выставок и Казахстаном не просто хорошее, оно превосходное. Сейчас мы работаем очень тесно, и мы довольны тем, как продвигается строительство, как Экспо становится все красивее, еще более впечатляющим и инновационным. Наши приоритеты – устроить красивую выставку с интересными павильонами и публично продвигать Казахстан и его прекрасных граждан, а также других граждан со всего мира в Астане. Им предстоит сделать для себя 3 открытия. Казахстан, который является фантастической страной, затем Астану – это чудо посреди степи, и Экспо-2017, который, я уверен, будет успешным и замечательным мероприятием. Весной 2017 года запланировано масштабное роуд-шоу по городам Европы для презентации выставки за рубежом. В стране продолжается работа по привлечению волонтеров. Уже сформирован пул из 4500 человек. Около 110 стран будут участвовать на нашей выставке. Около 19 международных организаций. Мы тоже ждем сейчас от 2 международных организаций согласия на участие. И они проводят национальные дни международной организации, а именно конференции своих организаций, приглашают на эти мероприятия, конечно, своих партнеров. И это тоже будет очень интересно, потому что там будет также рассматриваться наша тематика выставки «Энергия будущего». И мы с 1 января в одностороннем порядке вводим безвизовый режим для стран ОСР и также несколько стран Европейского Союза и других стран. Руководство Международной специализированной выставки высоко оценило подготовку Казахстана к проведению Экспо-2017 в Астане. Жатара Джайзна, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар-24, Франция, Париж.